Всем привет, ребят! Ну что, у нас наконец-то обнова, и там что-то этот АПК-шный файл нифига не обновляется. Я решил зайти на Сарделю, записать вам видос, так как давно уже сюда не заходил, на этот бездонатный аккаунт. Захожу только на битву гильдий. Надо заявочку на атаку фортов подать. Мы попробуем на вечер. О, отлично. Чтобы не было две атаки вместе, пойдем вечером лучше в расслабончик. В общем, что у нас сегодня по плану? По плану немножко пофармить. Не знаю, есть смысл вам, пишите в комментах, чаще вам снимать этот аккаунт, сколько раз, потому что я снимаю в основном там топовые прокачки и все остальное. На без доната времени не хватает. То обнова, то новая игра, то еще что-то только. О, ничего себе, посмотрите, какой наборчик за самик, обязательно заберите, не пропустите. И не успеваю, и то, и то, и то. В общем, фиг его знает. Надо будет тоже сардельку начать нормально качать. Ничего себе, 2000 самоцветов у нас есть. Ну что, поехали делать то, что мы не сделали в прошлый раз. Награда за вход. Нифига себе, это откуда столько всего? IGG, вы прям балуете сегодня. В общем, поехали, посмотрим, что там у нас по акциях. Еще отсюда 50 самов, но это вообще, это топчик. Так, что у нас есть? Парящий. Другу мы получили, ну, тоже нормально. День замка владельца. Уже пора, наверное, его закрывать, все-таки как-никак 10 дней прошло. Разбей яйца, подарок, обновление там за донат, большая выгода, подарки тут. Ну, поехали, посмотрим, какие тут подарки у них. Да, тоже завтыкал даже за эту акцию. Так, временные награды. В общем, ничего интересного нет. Шарик у нас еще не открыли. Интересно, будет обмен или не будет. Или как обычно, русский сервер. Так, смену мы делать не будем. Так, что нам тут? Ну, тут ничего такого интересного нет. Тут тоже нет. Обновиться, блин, мы не можем. Battle Pass мы забрать тоже не можем. Ничего сделать не можем. В общем, ладно. Интересно, народ. Народин. Ну, короче, нового героя пока не выбьем. Ладно, поехали, будем лучше заниматься без доната. Так, что там тут у нас по плюхам осталось? Надо это все пооткрывать, позабирать. Посмотрим, сколько у нас кулачков. Заняться подземочками. В общем, пишите в комментах, что вы хотите видеть на бездонатном аккаунте. Буду вам снимать. Так, пришествие монстров, волну Т пропустим. Так, что тут у нас? Наймите героя, ну давайте наймем. Вот немножко у меня подкопились, кстати. КГшечки. В общем, ладно. Поехали. В прошлый раз мы эволюционировали Фрей. Я надеюсь, сегодня мы это сделаем. Нам надо 1351. Ебой! Так, ребятушки, у нас есть первая. Ну, еще нету. Вот теперь уже есть первая эволюция на аккаунте. Чем можете меня поздравить. Долго я к этому шел. Уже давным-давно можно было делать эти эволюции. Но то такое. Так, доступно снаряжение. Постройте арсенал. Новая постройка, ничего себе. И сразу же нам предлагают донатик. Ну как же не без этого. Окей. Ну блин, придется покупать ману еще. Что сделаешь? Не могут они бесплатно дать постройку, блин. Ну, короче, потратили мы опять дофигища самиков. Можно было и вторую эволюцию сделать. Ладно, я думаю, накопим. Так. Новая постройка, арсенал. Отлично. Ну, у нас тут должно быть... Ну, все, у нас 5 миллионов эфира есть. Отлично, поехали на нашу фрейку. Вот такая вот она у меня красавица, 71.
Заходим в снаряжение. И жмакаем улучшить. Эфир получать можно за прохождение в рейдах каждый день. Поэтому фармите чем побольше. Так, агментировать мы ее что не можем. Вы что, GG. Обмен камней, короче, нас обдирает по полной, ребят. Ну ничего не сделаешь. Агментировать. И вот так вот. И вот так вот. Плюс. Ну, если бы не камешек, то мы бы 6000 потратили. Камень вечности. Вот так вот называется оно. Так, ну что у нас тут есть? Можно за третье. Ну давайте попробуем. Мы же без донат, мы не можем самики, лучше самики оставить. Попробуем хоть что-то вытащить. Ну, по 300, как видите. Выше тройки нифига не падает. О, ничего себе жизнь. Давайте с самиками попробуем. Еще одна жизнь, ребята, это жестко. По 15 самов. IGG, ну имейте совесть какую-то. Дайте какой-то крит, блин, что ли. Короче, они жлобятся. Ну, давайте еще. Так, короче, ну его нафиг оставляем. Не, ну а что это? Это ж фигня все. Блин, пипец. Крит урон. Какой крит урон? Мне крит нужен. Все, вот так вот оставим. Ой, сори, ребят. Итого, первая эволюция и первая аугментация у нас состоялась. Чем можете меня поздравить? Ну, сейчас Фрейя должна у нас просто их... Бешено, просто бешено их шатать. Красавица. Ну, почему я Фрейю сделал такой? Потому что мне на битве гильдий уже сложновато проходить противников. Она зачастую сливается. Она у меня не особо атакующего плана. Она больше под битву гильдий заточена. Так, наше снаряжение есть. И теперь смотрите, ребятушки. 122 сундука у нас, но я их не буду тратить. О, пиромах. О, щет, зачем я это сделал? Блин. Топовая чарка у нас выпала для архидемона. Что ж делать? А у меня здесь есть недомогание. Жизнь, боль. В принципе, сколько той жизни, да? Что у нас там по тыковке? Ну, тыковку пока мы эволюционируем, это надо накопить еще дополнительно. Дофигище просто. Самов. В общем, давайте сделаем так, напишите в комментах. Делаем следующую эволюцию тыковки и ждем... Точнее, ждем эволюцию тыковки и ставим ей пиромага, потому что это топовая чарка для тыквы. Либо же сливаем. Короче, решать вам. А мы поехали дальше качать эту имбу. Сейчас пойдем шатать подземки. Ну, тут, я думаю, уже разница будет видна, так как здесь дополнительно, посмотрите. Посмотрите, что она делает. Ну просто вай, песня, а не герой. Афину слила. Ну, намного, я вам скажу, что сейчас она круче смотрится, намного легче. Куда ты пошла? Уйди оттуда. Ну, хоть даже так, вот на битве гильдий это будет очень крутой прирост, я вам скажу так. Потому что урон в разы выше будет. Вот посмотрите, тыкву разобрала. Кого там она? Анубиса разбирает. Кто там у нас следующий? Череп. Ну, посмотрите, вот в этом счастье Фрейя вот за это и ценится. Что она может соло разобрать полностью фуловую базу. Особенно прокачанная Фрейя на бездонате. Это 50% того, что вы пройдете там противников пару раз сильнее, чем вы.
Ну, либо топа затащите, в зависимости от того, кого он там выставил. Но пока она у меня была без эволюции, я вот так вот смело бегать не мог, честно скажу, потому что не хватало жизни, не хватало урона. Даже 10-й скилл, скажем так, ее не особо спасает. Вот такие вот, ребятушки, дела. В общем, надо думать, что недомогание для нее топовое на PvP локации. И на битву гильдии, я вам скажу так, она будет реально тащить с недомоганием. Первомага, блин, тоже сливать жалко мне. Потому что получить 5-го первомага не так уж и легко. Тыковка может быть эволюционирована. То есть она тоже, в принципе... Так, это мы тоже можем улучшить еще. Где наша музычка? Где наш музончик? Такс, надо 500к набить. Это сделаем. Просто изи сделаем. Сейчас нас жахнут всех. Блин, ну не знаю, нравится мне ее эволюция. Реально смотрю по урону. А еще и на разгоне она просто будет, ну, пострить. Просто кайф. Под Купидоном, Хранителем, там просто будет улетать все, вся. Так, магия, наша магия. Раз, два. Кстати, 1,5 ляма надо накопить. О, у меня открылась метель, ребятушки. Все, под земочком хана. Так, отлично. Ну, надо ее, конечно, улучшать. Сейчас мы еще улучшим немножко и пойдем зафармим подземки. Блин, ну круто. Что тут сказать? 507. Теперь, я думаю, фарм пойдет, особенно битва гильдий, еще легче. Надо звезды качать. Тут 5-я эмблема, надо фармить кристаллы, потому что с кристаллами лажа. Так, ну тут лям, смотрите, что IGG предлагает нам. Наборы прям сыпят. Блин, ну что я могу сказать, круто. Мне нравится. Так, мы этим составом бегали на подземках. Что, поехали, попробуем зафармить следующую. Следующая у нас что, кошмарка 2 мы прошли. Кошмарка 3. Попробуем жахнуть. Если получится. Так, у меня Купидона. Купидона у меня нету. Но я думаю, он нам не особо нужен. Мы должны и так все зафармить на изи просто. Кошмарка 3 зафармена. Только начало, правда. Так, нафига эти артефакты? Уберите эту кнопку артефактов. Для какого фига они? Или они еще их ведут? Вернут обратно. Стартанем стековки, попробуем. И вот наша метелька. Вот так вот она нас будет спасать. Когда будут подходить герои, будет возможность. Так, тихо, ша. Блин, метель реально обалденная. Самая топовая магия, которую надо качать для подземок. Некоторые в райдах ее тоже используют. Видите, золото теперь уходит на порядок больше. Но это все фигня. Самое главное, что у нас теперь есть первая эволюция. Вот сейчас еще разок ударит. Все отлично. Даже можно метель не использовать. В принципе, без метели проходим. Можно Купидончика поставить и легке фармить.
В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, пишите, что вы хотите видеть, кого мы следующим будем жахать и галлюцинировать. Всем удачи, всем пока.